Ось так, друзі, ми повернулися, як завжди, синхронно з Інною починаємо продовжується розмовляти. Продовжується наш ефір і продовжуються наші гості із фестивалю «Південні маски». Так, дійсно, ми щасливі представити вже наступних гостей із фестивалю. Це Бірстюков Олександр, режисер театру «Арлекін». Ми продовжуємо знайомитися із цим театром. А також Сталіна Лагошняк, заслужена артистка України, улюбленця усього фестивалю, улюбленця театру та жителів Миколаєва. Окрім того, ще й співголовуюча журі. Отож, ми вас вітаємо. Сьогодні дякуємо, що завітали до нас. Як взагалі настрій? Чи не хотілося спати, бо вже ж фестиваль не один день. До вечора доводиться до ночі навіть сидіти на виставах, потім на обговореннях. Як взагалі настрій і як взагалі сприйняття фестивалю? Мені спати не хотілося. Але я сказала собі, треба поспати. Для того, щоб ще сьогоднішній день працювати, ще завтра працювати. Так що все нормально. А як взагалі проходить фестиваль саме для вас? Чи є у вас якісь фаворити? Можливо, когось ви виділили із усіх конкурсантів? З самого першого появлення «Арлекіна» – це самий мій любимий колектив. Але, в принципі, я не хочу так говорити. Я їм говорю, ви самі мої любимі. І всі знають, що вони самі мої любимі. Приїхав колектив із Дніпропетровської області. Я говорю, ви мої самі любимі. Ви як добра мама, для якої усі дітки найкращі і найлюбленіші. Тому що, розумієте, от «Арлекін», от вчора вони грали спектакль, і у нас потім засідання було на обговорення, совети якісь. Я говорю, для мене це праздник. І взагалі фестиваль для мене – це нове дихання, нові відчуття. Новые какие-то новые любимые лица. Я очень люблю фестиваль. Ми також любимо, і ми впевнилися в тому, що усе місто полюбляє фестиваль «Південні маски», тому що на усі вистави ходять люди, дуже багато зали заповнені. Так, дійсно, все ж таки це знакова подія не лише для театралів, але й для звичайних жителів міста, які полюбляють театр. Хотілося б звернутися до Олександра, які у вас враження від фестивалю, тому що, як ми вже казали з нашими попередніми гостями, що для вас цей фестиваль не перший. Да, я третий раз на этом фестивале, и вот ощущение доброты, теплоты, домашности, такой вот прекрасный фестиваль, он очень нужный и для общения, и для творчества, потому что черпаешь очень много для себя, затем для постановки. Но самое главное, что это теплота, это непередаваемо, это общение, это мы родные здесь все. Вот это ни с чем не сравнимо, это мы встретились, и вот уже третий год, я не знаю, нам не хватает вот этого общения. Мы с удовольствием приезжаем к вам. Очень прекрасный город, очень добрый город. Это огромная редкость, и это важно, потому что вот какой-то кусочек сердца, и мы отдаем, и у вас забираем эту теплоту, потому что вы огромное, мы маленькое сердечко, а вы очень огромное сердце и очень огромная душа. Спасибо Сталине Васильевне, потому что она наша мамочка, наш талисманчик, наша муза, вот которая уникальный человечек, потому что ее доброта, ее энергетика вот эта теплая, это она распространяется на всех, кто приезжает сюда. Здесь невозможно не влюбиться в этот город, в этот фестиваль, потому что замечательно, «Южные маски», а для нас, актеров, режиссеров, это ну, и образ какой-то определенный. Да, ви сказали, вот, Олександре, про значимість фестивалю для вас. Хотілося б звернутися до вашої музи. Як ви вважаєте, яке значення фестивалю для міста та й для усіх миколаївців і, можливо, для всієї України? Понимаете, дело в том, что фестиваль объединяет. На фестивале люди знакомятся, приобретают новых друзей. И поэтому я считаю, что фестиваль – это очень большое дело. Я очень волновалась, я очень их ждала. Не только их, я белорусов ждала, поляков ждала, потому что это тоже очень хорошие коллективы. Но я их особенно ждала, потому что я знаю, какие сейчас события происходят. Угу. Думаю, доедут, не доедут, приедут, не приедут, пустят их, не пустят где-то. Когда они приехали, ой, у меня все прямо, знаете, так я обрадовалась, что я их увидела. Я была в шоке просто, ну, в хорошем смысле. Я очень рада им. Ми також дуже щасливі, що створився такий тандем, у якому театр вважає своєю музою вас.
Так, дійсно, приємно. І, знаєте, хотілося б ще запитати, 10 років, 10 сезонів, точніше, рівень з року в рік росте, плюс для цього фестивалю, чи є якісь позитивні зміни для колективів, ось, наприклад? Вони з року в рік краще стають, чи якщо були фаворитами, були сильними, так і залишилися? Нет, дело в том, что мы не критикуем, мы что-то желаем, что-то предлагаем. Когда вот посмотрим спектакль, мы что-то предлагаем. И очень ценно то, что на следующий год приезжает коллектив, и он с другим спектаклем приезжает, но мы видим, что какие-то наши мелкие замечания были Там учтены. не только мелкие, там такие вы мощные даете замечания и Пожелания. пожелания, советы. Да. Это да, это очень Со важно, сцены критика да, это такая потому семейная что парада. Да. иногда себя со стороны не видишь и думаешь, ну, а когда дают эти ценные советы, конечно же, это Ну да, глаз замыливается, а мы свежим глазом да. смотрим что-то подскажем, и все коллективы растут. Все абсолютно. И очень хорошо, что они приезжают каждый раз. Приезжают, привозят что-то новое, что-то на ступеньку выше. И у нас нет такого, что вот коллектив каждый год получает какое-то место, ну, скажем так, первое гран-при, Призовое какое-то даже. призовое. В прошлом сезоне, ну, в позапрошлом году, мы были в Коблево и награждали коллективы, а эти малыши сидели, и все не их награждают, не их. Они говорят, а мы что, ничего не получим, мы ничего. И когда я объявила, что они получают гран-при, мне кажется, что в Николаеве было слышно, как они восторгались, как они пищали, визжали, кричали. И они вот так гурьбой все кинулись на сцену. Это было что-то. И у них слезы текут, слезы радости, слезы победы. А в другой год кто-то другой получает. Ну, это уже так, как Да, звезды. важно, что интрига сохраняется с первого дня до закрытия, сохраняется эта интрига, кто же будет, хотя мы сидим на обсуждениях и знаем, что, но интрига, кто первый, кто Кто как на гран-при, да, кто пьедестале, да, какой, да, будет это расположен. уникально, это и правильно, потому что прекрасно, И прекрасно. понимаете, что еще ценно? Ценно то, что нет такого, знаете, соперничества. Они дружат между Да, собой. да. Они болеют, вот они выступают, а Родные все другие здесь, коллективы да. там сидят, смотрят, и они за них болеют, чтобы у них все было хорошо. Вот это очень ценно. Так, дійсно, підтримка – це найцінніше, що може Тим паче, бути що в зараз у наш нас. час це, мабуть, найголовніше – це підтримувати один одного і бути єдиною сім'єю, хоч Да. театральною, хоч взагалі людською, по-людськи відноситись один до одного – це, мабуть, Да. Діти Найкраще. смотрят тоже фестивальные спектакли, и тоже они повышают свой актерский уровень. Да. Це тоже очень важно. До речі, хотілося б зараз і вам запропонувати, і нашим телеглядачам переглянути анонс «Південних масок». Це фільм, який буде презентований буквально на днях. Отож, давайте подивимося, що ж там готується. Жизнь. Люди. Искусство. Театр. Для них сцена – это целый мир. Аплодисменты – самая большая награда. Кто они, актеры аматорских театров? Почему они выбрали театр? И наша молодежь, наши подростки, наши дети, они находятся на улице. Уличное воспитание не всегда хорошо. Когда человек вот один, допустим, то ему одному очень тяжело куда-то пробиться. Что дает человеку аматорское искусство? Разница между аматорским театром и профессиональным – то, что в аматорском человек себя ищет. Это поиск себя, это развитие, рост, это культура поведения. Черпать доброту очень трудно из себя. Иногда в жесткой жизни она заканчивается, и подпитка добрых, положительных чувств человеку просто необходима. Значит, Шарыч. Шарыч! Шарыч!
сказать. Ему нужно сказать, как маленькому мальчику, что такое хорошо, что такое плохо. Мамка говорила, торт испечет, а батька обещал мне удочку подарить. Да, точно решил. Не поеду никуда. Такие фестивали — это все-таки лучше, чем посиделки на лавочках с пивом. Чтобы решить дальнейшие проблемы, нужно взяться за воспитание сегодня. Культурное мероприятие, которое, может быть, привьет молодежи, ну, детям, которым по 15, по 14 лет, какую-то тягу к искусству, потому что действительно у нас в городе этого мало. Подобного было почаще в городе, чтобы жизнь в городе была несколько, поярче. Да. Очень много радостных лиц. Правда и вымысел. Жизнь и игра. В документальном фильме «Южные маски Украины». Отож, друзі, ми повернулися. Дійсно, ось «Південні маски» – фільм, який, я сподіваюся, покажуть ще й на телеекранах, але буде презентація цього фільму у російському драматичному театрі. Тому завітайте, подивіться, воно того варте. Ми продовжуємо розмову і з нашими гостями, хоч залишилося ефірного часу небагато. Хотілося б, знаєте, наостанок ще запитати. От фестиваль добігає завершення. Що запам'яталося найбільше за 10 сезонів? От що залягло так, чи, можливо, з кожного року є щось таке, якесь родзин, що залишається назавжди? Єсть. Єсть «Муха цокотуха», єсть спектакль із Києва «Вавилон». В тому сезоні вони мене потрясли. Вони привезли спектакль на українському язикі, на чистому, красивому українському язикі. І ми дали їм перше місце, тому що це було заслужено. Вони и ожидали, и не ожидали, потому что все ожидают как бы лучшего места. В этом году они приехали, что-то потрясающее, просто потрясающее. Три человека на сцене, и я не могла оторвать от них глаз. И я, знаете, я так смотрела, я видела их всех троих вот так вот, как вот в бинокль, знаете, смотришь так. Потому что невозможно было смотреть на одну, а другая уходит из поля зрения. Я просто в восторге в диком была. Молодцы. Из Новомосковска. Ну, все спектакли хорошие. И наши николаевские очень хорошо показались. Фестиваль – это класс. Это жизнь, да? Это и жизнь. Это самое главное, что запоминается, потому что… Это наверное… все запоминается. Я просто сейчас, вот знаете, вот так вот прям сразу, так не могу сказать, но каждый коллектив. Приезжала Беларусь в прошлом сезоне. Это просто такой был спектакль. Нам нужно было идти на следующий спектакль, а мы не могли от них оторваться, и все зрители там, ну, немножечко больше вот такой зал был, все люди встали, скандировали, не хотели их отпускать, и нам уже показывают, давайте, там уже ждут, а мы не могли от них оторваться. Я очень ждала в этом году, но они… Не получилось, не скажімо так. Не змогли приїхати. Поляки теж. Але не дивлячись навіть на це, найголовніше, що є спогади. Сподіваємося, що на якісь інші фестивалі все ж таки не завітають, коли буде більш стабільна ситуація в державі, і ми зможемо знову ж таки помилуватися їх акторською майстерністю. Я дуже вірю, що все це скоро закінчиться, і буде не цей фестиваль, так другий. Какой-то життя другой. Вже під мирним небом, все до спокійно. Да, да. Так, дійсно. Ми дякуємо вам за те, що завітали сьогодні. Дійсно, як… Дякуємо за таку розмову, щиро і відверто. Я хочу нагадати, що у нас в гостях був Берестюков Олександр, режисер театру «Арлекін» та їх муза цього театру, Сталіна Васильівна Лашняк, яку обожнюють. Я повторюся ще раз, я особисто закохався на одній із вистав у вас. Просто неймовірно. А потім ще, коли на фестивалі довелося спілкуватися, скажімо так, серце просто радіє, коли вас бачиш. Неймовірна посмішка, неймовірне тепло душі. Дякую вам за це. Наша що… чарівна гостя. Даю тебе кусочок і тебе кусочок. Дякуємо вам. Буде нас неначе сонечко, наче літня пора, яка просто надає тепло своєї душі.